Ребята, привет! Очень рада, что вы опять со мной. У меня тут параллельно включены комментарии. Ребята, спасибо за донат. Надеюсь, что при создании новых игр сейчас настроили все честно. Я пока еще не понимаю, как это работает. Использовать вашу внешность. Спасибо. Ой, у вас тут такие сложные ники. Как ты реагируешь в случае, если тебя называют Саня или Санек? Нормально? Меня... Близкие люди так называют часто. Жутяра, спасибо за поздравления. Такие очень забавные, конечно, у вас имена. Малютка Карлос. Саша, будешь ли ты стримить прохождение ремейков первой и второй части? Читаешь ли ты сообщения в директе Инстаграма с наилучшими пожеланиями? Твой грязный малютка Карлос. Да, у меня многие спрашивают по поводу, читаю ли я сообщения в директе. Я все читаю, но, к сожалению, я не могу всем ответить чисто физически. И прошу за это прощения, но все читаю, все воспринимаю, все ваши поздравления и какие-то там отзывы, кому что нравится, кому нет, все читаю. Блядь. Так, он замахнулся, он сейчас это... Я не могу, когда эта тварь рядом. Ну ты можешь? Так, сегодня что-то у меня не получается. Не могу понять, блин, как от него убежать. Беги, так, эта мразь стоит за мной. Мне бежать некуда. Блин, он стоит здесь, что от меня? Здравствуй, удачного тебе стрима. И огромный тебе привет от армии Чудо. И от Чудо. Отвратительно читает ваше сообщение. У любых не Джилл Валентайн, а Юлька Валентинова. Это вот смысл. Карантин проходит you прикольно, think you change я follow my Instagram. Only if you want. И ментатл маки мириап. Да ты чё, блин? Беги, пожалуйста, мне все пальцы нафиг это. Ну чё он меня это? Нельзя как-то по-другому. Это где, ты не можешь сюда зайти, да? Слишком здоровый. Ну быстрее, ты можешь идти. Ну давай комментарии почитаем. Блин, у меня не получается на все кнопки сразу жать. Бьет, значит, любит. Как говорит Маки Миапа и Фьюда Фэллоу. Это я. Не Мезида, не убегай. Повеселимся. Коллекционирование видеоигр собрал всю основную линейку игр серии. Возможно, буду первым, но... Почему ты не можешь быстрее? Быстрее, 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 быстрее! Где там эта желтая херовина? Меня сожрали. Игорь, ну, нарезку я не знаю, я не собиралась делать, но если вы вдруг хотите, то будет прикольно. Господи, девка бедная, сколько ей таскать приходится. Ей же еще детей рожать. Да я перезаряжалась. Ты сдохнешь сегодня? Какая она?
сейчас надо перезаряжаться. А что это за кнопочка такая? О! Нашла кнопочку, как интересно. Это все недавно поржали. Я буду потом пытаться стримить, может быть, одна, когда мне не будет так сыкотно. Ну, я вообще первый раз прохожу игру, все эти сохранения, это вот мой друг проходил. Просто мы с вами тогда вообще никогда не разойдемся, если я буду одна это делать. А, как ты думаешь, есть кто-то, кто похож на Джилл, кроме тебя? Ну, возможно, у кого-то есть такие же черты лица, наверное. Но если этот человек похож на Джилл, значит, он и на меня немножечко похож. А это честно спрашиваете, ребят, что мне делать? Или мне... Ну, это же стрим, ребят, вы же мне поможете. А тут зарядки на iPhone нет, у меня провод сломался. Крис, Редфилд или Леон? Крис, наверное. После Инферно или сколько там вообще? Да ёп. Да... Блин, я не знаю, как я буду приходить на сложности легче упрощенные, если я даже не умею клавишами пользоваться. Ну это очень обидно. Ну потому что он не стреляет так, как винтовка, дробовик. Тебе нужно их стрелять именно, когда он открывает рот. Когда он открывает рот, он у меня уже сожрал. Хорошо спрашивает. Да, я живу в России, живу в Москве. Героиней игры стала, потому что прошла кастинг. Я потерялась. Ой. Пока я. Немножечко пожонглировала. Так. Ну, знаете, в условиях карантина надо двигаться, я считаю. Вот, поэтому и героиню свою заставляю туда-сюда, обратно по лестнице. Да, хорошо, вот, играю сама в себя. С одной стороны, звучит глупо, и, наверное, кто-то бы подумал, что у меня шизофрения, но... Ну, нет. Тебе ребята очень сильно радуются, что ты нашла эту дверь всё-таки. Просто все кричат. Guys, I'm happy that you are happy that I finally found the... Ну почему он сразу, блин? Ой-ой-ой, что они там делают? У него что-то с дикцией, он старс как-то плохо произносит. Да, там огонь. А, она сейчас сдохнет. Я там, я, короче, суицидница какая-то. Жопа подгорает прям. А, вот это ты уродец. Ребята. Слушайте, очень напряженно сегодня получилось. А, ребята, давайте продолжим в следующий раз. Сейчас, я немножечко... Сейчас пишут, что сейчас босс файт. Типа, крутой файт. Ну, тогда сохраним интригу до следующего раза, чтобы вам было интереснее. Начнем как раз с этого момента, с такого щепетильного. Спасибо большое, что были со мной. Спасибо за ваши все хорошие пожелания, за ваши подсказки. И... Я буду рада, если вы какой-то фидбэк мне дадите. Пока-пока, ребята. Спасибо большое, что были со мной. Bye-bye. Hi. Я уже...